Наверное, каждый в детстве сидел над кастрюлей и пытался полечиться. Откуда возник такой замечательный сюжет? Ну, как из собственного детства. На картине изображен мой брат, и моя семья точно так же использовала эти традиционные способы лечения. И когда я увидела его с таким совершенно несчастным лицом, дышащим над картошкой, мне очень захотелось это изобразить. Наверное, да, действительно, все так делали, и сейчас этот способ, наверное, очень забывается, а мне хотелось бы сохранить это в памяти.